Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 27.39. Турист проплыл на байдарке. Давайте обозначим собственную скорость туриста на байдарке x километров в час. Вот он проплыл 15 километров против течения. Если он плыл против течения, то нужно вычесть из его скорость скорость течения. Скорость течения 1 километр в час. Значит, он плыл против течения со скоростью x минус 1 км в час. Проплыл 15 км. Ну и затратил на это время t1. Дальше он плыл по течению. Если он плыл по течению, то к его собственной скорости нужно добавить скорость течения плюс единица. Плыл по течению он 14 км и затратил время t2. В сумме время t1 плюс t2 равно времени t такому, которое ему понадобилось, чтобы проплыть 30 километров по озеру. Но в озере скорости воды нет никакой, поэтому он плыл со скоростью x, и значит время, за которое он проплыл 30 километров по озеру, равно 30, разделите на x. Тогда получается, что t1 плюс t2 равно t. t1 это у нас 15 разделить на x минус 1. t2 – это 14 разделить на x плюс 1. И это равно 30 разделить на x. Теперь для того, чтобы решить это уравнение, мы перенесем все влево. 15 разделить на x минус 1 плюс 14 разделить на x плюс 1. И минус 30 разделить на x. Все это равно нулю. Приведем все к общему знаменателю. Общий знаменатель x умножить на x минус 1 и умножить на x плюс 1. Дополнительные множители x на x плюс 1 для первой дроби, x на x минус 1 для второй дроби и для третьей дроби произведение x минус 1 на x плюс 1. Тогда в числителе у нас получается 15x умножить на x плюс 1 плюс 14x умножить на x минус 1 и минус 30 умножить. Произведение разности двух чисел на их сумму равно разности квадратов чисел x квадрат минус 1. И все это равно нулю. Теперь мы приравняем нулю числитель. 15x в квадрате плюс 15x плюс 14x в квадрате минус 14x и минус 30x в квадрате и плюс 30 равно нулю. 15x в квадрате, 14x в квадрате, 29x в квадрате и минус 30 минус x в квадрате. Теперь 15х и минус 14х – это плюс х. И свободный член плюс 30 равно нулю. Разделим все на минус единицу. Получим х в квадрате минус х минус 30 равно нулю. И теперь решим это уравнение. Х первое, второе будет равно минус b. Это плюс единица. Плюс-минус корень квадратный из единицы. Минус 4. А это единица. С это минус 30. Знак должны поменять на плюс. И разделить на 2а. А единица. Это будет равно единица плюс-минус корень квадратный. Под корнем у нас единица плюс 120. 121. И разделить на 2. Это будет равно единица плюс-минус 11, корень из 21, 121, разделить на 2. Тогда x первое будет равно 12 на 2, 6. x второе будет равно минус 10 на 2, минус 5. x – это скорость туриста, она не может быть отрицательной, поэтому остается один корень. И нам остается записать ответ. Скорость движения туриста по озеру – равна 6 километрам в час. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.